В Москве сегодня начала свою работу международная выставка «Форум Россия». 89 субъектов страны будут не только знакомить посетителей с историей и традициями, но и продемонстрируют перспективы сотрудничества со всей Россией. Каждый день здесь будут проводить экскурсии. Форум проходит на ВДНХ. Там сейчас работает наш корреспондент Муслим Ганиев. Муслим, приветствуем. Что уже успел зацепить взглядом? Чем уникальна выставка? Рассказывай. Добрый день, Лила. Добрый день, Ингушетия. Международный форум выставка открыл свои двери сегодня в 10 часов. Всего в форуме представлены 89 регионов, все 89 регионов нашей страны, в том числе 4 региона Новороссии, Запорожской, Херсонской области, Донецкой и Луганской народной республики. Наш стенд расположился в 75-м павильоне, вот он за нашей спиной. Как раз таки 4 региона Новороссии тут же с нами соседствуют. Также рядом Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Осетия, Чеченская республика. Каждый регион здесь представил то, чем он богат. В нашем случае это туризм, сельское хозяйство, промышленность. В общем, выставка продлится около полугода, вернее 5 месяцев. Сегодня старт, в апреле следующего года будет завершение. Также на нашем стенде только что буквально за 2 минуты было открытие. Была зажигательная лезгинка, выступал председатель правительства Ингушетии Владимир Свастенин. Ну, пока вот такие новости. После обеда также у нас ожидается прибытие заместителя председателя правительства России Александра Новака. Коллеги. Муслим, спасибо. Это было прямое включение с форума «Россия».